почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. В февральском номере журнала «Знамя» за 2017 год было опубликовано новое произведение Майи Кучерской «Голубка». Кучерская – филолог, руководитель литературной мастерской и магистратуры «Литературное мастерство» Высшей школы экономики. Она автор книг «Современный Потерик» 2004 год, «Бог дождя» 2007, «Тетя Мотя» 2013, «Плач по уехавшей учительнице рисования» 2014, «Сглотнула рыба» их 2016 в соавторстве с Татьяной Айзерской. И вот новая книга «Ты была совсем другой. 11 городских историй, куда и вошла «Голубка». Автор определяет жанр «Голубки» как история одного исцеления. Но если вспомнить канонические жанры, то это повесть и по объему, и по количеству действующих лиц, и по охвату описанных событий. Главный герой, он же повествователь, переживающий тяжелейший психологический кризис Михаил. Его заветная мечта – покончить со всем разом при помощи самоубийства. Почему? Потому что жизненный узор не сложился. Точнее, совсем сложился не так, как того хотел Михаил. Он был влюблен в Наташу, которую то отговаривал накануне свадьбы от опрометчивого замужества, то успокаивал после развода, считал потенциальным гением Толика, но и его студенческий друг погиб, а он винит в его смерти исключительно себя. Нет, у Михаила есть жена Ирина и двое сыновей, но он считает, что жена далека от идеала, не понимает его, поэтому брак не принес ему счастья. Он идет на прием к частному доктору-психотерапевту, и тот выписывает дивный рецепт, в котором значится Архангельский переулок, дом 15А, Чистые пруды, Мясницкая, Лубянка, Лубянская площадь. Михаил не понимает и начинает злиться и недоумевать, но все же совершает прогулку по Москве согласно маршруту, указанному в рецепте. И здесь надо сказать о нежной любви самого автора к Москве. Это прогулка узнавания знакомых и дорогих глазу и сердцу мест. Напомню, что Майя Кучерская воцерковленная. Ей характерно христианское мироощущение с трезвой радостью и тихой хвалой Господу за все. Конечно, несколько непривычна для нас прямая реализация тренингового текста «Прогулки по Москве». Да и то, что это срабатывает. Михаил заходит в Архангельский переулок, и там в храме присутствует на удивительной службе, исцеляющей его душу. В дворике у Мясницкой он видит юношу, удивительно похожего на Толика, а на Лубянке встречается с довольной и преуспевающей Наташей. К концу прогулки Михаил абсолютно здоров и бодр. В книге, кроме «Голубки», напомню, еще 10 городских историй. Что ж, дорогие слушатели, читайте книгу Майи Кучерской «Ты была совсем другой». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».